Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня я бы хотела вам рассказать о городе Хихон, который в последние 2 года стал моим домом. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, потому что здесь я рассказываю про север Испании, в частности, регион Астурия. Начну с небольшого обзора. Хихон – это один из самых крупнейших городов Астурии. Это современный портовый город с населением, приближающимся по своей численности к 300 тысяч человек. Один из самых успешных городов Северной Испании с хорошо развитой инфраструктурой. Этот город привлекает множество туристов. Примерно 600 тысяч туристов посещают Хихон ежегодно, наслаждаясь его культурой, гастрономией и живописными видами. В Хихоне много школ, их тут 50, что делает его отличным местом для семей с детьми. Здесь живут в основном астурийцы, но также много людей и из других регионов Испании. Конечно же, сюда приезжают и иностранцы, которых привлекает работа, пейзажи. Хихон также является важным образовательным пунктом. Здесь расположен один из кампусов университета Овьедо, который предлагает широкий спектр программ от инженерии до гуманитарных наук. Этот университет привлекает не только студентов из Испании, но и со всего мира, что делает город еще более живым и разнообразным. Одно из самых интересных образовательных учреждений – это университет Лабораль. Этот комплекс был изначально построен как профессионально-техническая школа. Сегодня здесь находятся университетские факультеты, театры, музеи и культурные центры. Это не только место для учебы, но и важный культурный и архитектурный объект, который обязательно стоит посетить. А сейчас мы находимся у очень знаменитой статуи, куда прибывают все туристы. Это вот такая бетонная арка. И секрет заключается в том, что как только заходишь в центр этой арки, ты слышишь шум моря. Сейчас покажу. Одно из самых классных мест в Хихоне – это исторический центр, где можно прогуляться по узким улочкам, наслаждаясь архитектурой и атмосферой старины. Пляжи Хихона – это отдельная тема для разговора. Здесь их 3 – пляж Сан-Лоренцо, Поненте и Арбиаль. Сан-Лоренцо, пожалуй, самый популярный и живописный, с длинной набережной, который идеально подходит для прогулок и пробежек. Кроме того, в Хихоне есть несколько замечательных мест, которых стоит посетить. Одно из них – это ботанический сад. Это огромнейшая площадь в 25 гектаров, где можно увидеть разнообразные виды растений и деревьев со всего мира. Сад разделен на несколько тематических зон, таких как сад лекарственных растений, исторический сад и современный сад. Это идеальное место для прогулок и наслаждение природой. Еще одно потрясающее место в Хихоне – это океанариум. Здесь можно увидеть более 4000 морских жителей, включая акул, черепах и экзотических рыб. Океанариум предлагает интерактивные выставки и образовательные программы. Для любителей активного отдыха Хихон предлагает множество возможностей. Здесь можно заниматься серфингом, видеосерфингом, кататься на велосипеде, играть в гольф или просто наслаждаться пешими прогулками по многочисленным паркам и зеленым зонам города. Ну а теперь немного о том, чем же Хихон отличается от нашей столицы Овьедо. Овьедо более спокойный и менее туристический город по сравнению с Хихоном. Он известен своей историей, культурным наследием и ролью в политической жизни региона. В Овьедо находится главное административное здание и университет, что делает его важным центром для принятия решений. Интересный факт. Овьедо также славится своим королевским наследием. Испанская принцесса Летисия, ныне королева Испании, родом из Овьедо. Титул принца Астурийского долгое время считался титулом наследника Кастильского престола, что подчеркивает исторические значения этого города. Именно поэтому Овьедо
Именно поэтому Оведо стал столицей Астурии, а не Хихон. Теперь о еде. Астурийская кухня славится своими насыщенными и вкусными блюдами. Одно из самых известных блюд – это фабада астуриана. Насыщенный бобовый суп с колбасами и свининой. В Хихоне есть отличные рестораны, где можно попробовать астурианские блюда. Несколько моих рекомендаций. Ла Калана – уютное место в центре города, где подают классическую фабаду и другие местные деликатесы. Каса Забала – ресторан в богатой истории, известен своей традиционной кухней и отличным сидром. Сидрерия Эль Глобо – отличное место для тех, кто хочет попробовать сидр. Еще одну гордость Астурии. Здесь можно насладиться настоящей астурийской атмосферой. В завершении хочу сказать, что Хихон – это город с уникальной атмосферой, который считает в себя историческое наследие и современность, природные красоты и активную городскую жизнь. Если вы еще не были в этом городе, обязательно добавьте этот город в свой список путешествий. Спасибо, что смотрите мои видео. Обязательно оставляйте свои комментарии, пожелания, вопросы. И до новых встреч!